А что там топ-мансер наш? Написал? Не знаю где. Ну все, конец тебе. Мне? Да, блядь. Ты это, читерша? Блин, попал! Ты что приседаешь? Прячусь. Да что? О-о-о! А Мишанька-то уже соснул. На двух дураках, которые в снежки играют. Ну да. У нее еще и закрываш как сна. Ну или не на нас. Судя по всему, на фамилия. Вот мы и не виноваты. Просто она играть пыталась, а мы хуйней стали. Короче, у всех минус 128 пин. Ну, это еще терпимо. Ярик вечно такой. Да. Ну, кстати, у Игоря выровнялся, у Никиты почему-то на уровне фанги. Интересно, а если в него кинуть на третьей стадии снежок, он остынет, малёк? Не, у меня 80 сейчас. О, она и слепит его еще, ну пизда ей, короче. Я тебе скажу, она здорово бегает. Она отбегала всю третью стадию. Это дорого стоит. Ну да. Сейчас ты покажешь такой же мастер-класс. Угу. Я уже падаю. О, у него что-то порча со скоростью. Быстро что? Угу. Так он на второй же быстрый. Не-не-не, подруга. Не прокатит. Прям нахуй. Охуел, блядь. Чё, за тобой? Да нет, мы просто фишки играем. Долечить, блядь. Монька? Снежки в пустыне, заебись. Монька? Увидел, да? Муни. Ты что такой активный у меня? О! Увидел. Пошел нахуй. Пешкость, усталость, блядь, чего-то там насыпало. Очень блядь хочется токсичнуть. Да. Я токсично. Кинул в нее снежком. Где он, сучара? Не вижу никого. Да он за мной. А, вон он, Мэйли. Кстати, снежком можно хорошо показывать какие-то обозначения. О, понятно. Вот, блядь, например, что умираешь. Насосал и ходил, блядь. Да-да-да, повыше отнеси. Ему похуй на ваши снежки. А, у тебя уже второй, ебать. Ну, он за мной ходит. Я бегу. Другие его не особо интересуют. Мне кажется, он кемпит. Не, он фангу гоняет. Где он ее нашел? Хуй его знает. Она слепит его там что-то. Ну, короче, охуенная катка. Мне... Как же ей не повезло. Чуть-чуть не дожила.
Угу. Ой! Сорянти, брат. Какой же ты быстрый, а? А я тебе про что говорю? У него какой-то аддон, походу. Чересчур быстрый. Заметно, да? Угу. Подруга, ты сдохнешь. Не? Че, сука, сосешь? Отсасывает. Отсасывает. Она с фонарем ходит. Сейвить тебя собралась. Ну и дура. Сейчас сама умрет. А мы сейчас все помрем, потому что один генерал. Палетка твоя, кстати. Спасибо, что сломала, сволочь. Он в шкаф спрятался. Может, у него... Опять ты сюда несешь? А, подрыв. Прекрасно. Это не подрыв, это секучка. Секучка. Поэтому он сюда и носит. Куда? Но он к тебе не кинет. Лови флешку. Там был. А где там подруга опять? В шкафу сидела. Ко мне бежит вроде. Нет. Тогда хз. Да не, вроде бежит. Да он здесь, Никит, снимешь. Он ее гоняет, но не снимет тебя. Ага, мы тебя наказали. Они за мейном. Да. В его карте. Да. Спасибо, если поможет, конечно. А что, а полечить? Нет? Да я сама. Да вы хотя бы уйдите оттуда, сейчас же придет, блядь. Я не помню, куда мы уходим. Ладно, понятно. Он у меня. Шкаф чекает. Второй. Проверил два шкафа и куда-то ушел. Нет, не ушел. Оглядывается, ходит. Ронулачик отодвинул. Ну, он не оглядывается, он этот. О, чуть на письменный стол не спрыгнул. Он ищет на ком насосать просто. Нашел, нет. Нашел. Плачку, сука, не успел поставить. Ебаный в рот. USB-шно? Угу. На фон наверх поднимай. Там секучка. Секучка ебаная. Ну да, в мой въебала. К моему гену пошел. Тебе и пошел, да. Я сниму. Вот тут мы все и умрем. Ну по факту да, потому что у нас 4 генератора. Ой. Осталось. Аж подруга. Ладно, беги, 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 беги. Подруга еще сидит, смотрит нас. Давай, давай, давай. Промазал? Ой, как неприятненько, да? Ой, вот это да, вот это беда. Я вообще не вижу. О! По яйцам было, да? Да, что-то типа того. Игорь? Блядь. Уходи. Или это не ты был? Я на гене сидел, ты чё меня пугаешь? Ну да, на гене. Он за мной.
я не вижу его. Где он вообще? Он за мной. Он за мной. Теперь увидел. А, это Никита все-таки был. Да. Он меня не бросил. Так, ну я раненый. А он в свою сторону, кстати. Обхожу Никиту тогда. Обхожу Никиту, да. Обхожу мейн, чтобы спасти Никиту. Ох, а тут ГГ, тут ни палет, ни хуя нет. А там посливали все, да? Добрый вечер. Привет. Добрый, добрый. Он что, даже не стал чинить, ой, не стал лом... ген ломать, да? Да. Смотри, какой ушлый. Ну, понимаешь, что, что мы не вычинем. Не, понятно, что мы не вычинем. Хотя бы кто-то должен в люк уйти. Ярик, Ярик, я, тебя, я в тебя снежком кидать буду. Давай. Ясно. Может, там только началось как? Как заканчивается уже? Тут Майкл разносит. Короче, он не бьет никого. Он ходит с насоса на третьей, просто включает ее и все. Не, ну он пытался меня бить, он меня пробивал. Ну да. В целом, да. Он старается третью насосывать. Так, ну шкеримся, Никит. А мне не жалко, пусть сосет. В смысле? В смысле, Стим, что делаешь? Ни тебя, ни меня не увидел. Ну да. В смысле? Лошок. Ну что, давай, может, я подставлюсь? Да я давай, у меня-то подвес уже и был. Так у нас... А, у меня еще есть еще один подвес? Да. Значит, он чел. Погоди, так вот он. В снеговике стоит, сука. Нет, он со мной. А, да? А снеговик что, шевелится сам по себе? Ну, он сосет. Насосал. Он и так тебя увидит. Да. Я в снеговик. Смотри, может увидит. Он уже увидел, он идет к тебе напрямик. Да. Да нет. А вы говорите. Снеговики жизнь спасают. Ну, это ж душнила русская, он не будет его поднимать. Угу. А я не буду выходить из снеговика. Воронам похуй. Ну да. В этом проблема. Бля, ну по снеговикам же можно это определить. Звук похож, да? Не то, что звук похож, но стоял, прикинь, снеговик на одном месте. Потом раз, резко в другом месте стоит. Ну пиздец же. Нет? Господи, ну почему только наши душнилы такие, блядь? Ну подними ты, господи, уйдет одна, блядь. Что теперь, все, конец игры? Нет, Игорь, ты не понимаешь. Ты играть просто не умеешь. Понимаешь? Тут реально будет полдня, сука, ходить, блядь, но найдет. Ты просто играть не умеешь. Тут же цель игры в чем? Все, готовься. Куда? Да не, неужели, блядь? Да спорьмя. Ладно. Поднял. Хи. Ну, барбекю не было, так что шанс есть. Да, в шкаф залезь. Давай, с шифтом выпрыгивай сразу в шкаф. Люк. Ох, ГГ. Портануло. Разлад, блять. Выхода нет, понятно. Планы большие были. Наполеоновские, блять.
Не обращайте внимания, я просто с ума схожу немножко. Он по-прежнему косит под иностранца. Нет. Куксен. Ярик, заходи. Фух.